Вы знаете, кто меня бесит? Вот некоторые кумушки вот такие вот сядут, все такие правильные, все такие пиздец, какие святые. Прям никто не ебется, блядь, никто не сосет. Их послушаешь, прям реально думаешь, дети, блядь, из капусты берутся. Или аист приносит. Все, всех сели, всех обсудили, всех обосрали. А сама такая, не-не-не, я не такая, не-не-не. Ага, ухо, горло, нос, бля. Оглянуться не успеешь, уже рыщет, у кого бы отсосать, бля, да кому бы дать. Тьфу, бля, бесит, сука. Привет. Хочется верить, что это камень не в мой огород. Ну, скажи так, знаете, если данная женщина снимала ролик все-таки обо мне, я смело могу заявить, что почти 3 года я не троганная мужчиной. И да, я могу осуждать, обсуждать и нести свое мнение в массы по поводу вот таких вот интересных кадров, как она. И да, очень многие мысли ее мне не нравятся. И да, я считаю, что она хабалка. Вот. Но, может быть, для кого-то она тоже аленький цветочек. Ну, сами прекрасно понимаете, да, что плохая для одних, хорошая для других. Вот. Но ее тип мышления мне не нравится, и я хочу и буду говорить об этом.